привет, дорогие друзья. Продолжаем работу на караван-салон Дюссельдорф. Пришли на стенд Бимобиль, чтобы снять для вас несколько обзоров. И первый будет, пожалуй, Бимобиль EX366. Уже таких несколько катается по России. Как позиционируется, типа, автодом для охотников и рыболовов. Проходимый, легкий и вроде как комфортный для передвижения как и по грунту, так и по асфальту. Главное его преимущество — это категория прав Б, легковая, то есть можно с обычными правами им управлять. Второе преимущество — это полный привод, основной привод задний и передний подключаемый. Все здесь подсветили. Здесь у нас, судя по всему, установлен еще газовый баллон, такой стационарный. Можно подъехать на заправку, открыть ключиком вот эту панель и заправить баллон. Поехать дальше. Сразу хочу отметить наличие отопителя Трума комби дизель. Рядом находится лючок, судя по всему, для обслуживания биотуалета, но очень похож. Внутри сможем проверить, так ли это. Запаска очень хорошо прикручена на спине, так мощно и внушительно. Видим в этой комплектации уже камеру заднего вида от Dometic. В общем, все как-то хорошо так и красиво сделано. Что ж, зайдем внутрь. Давайте посмотрим, что поменялось, друзья. Значит, я бы отметил следующее. Добавили красок немножко. Все-таки раньше чехлы, вот эти спинки, занавески как-то не контрастировали. А вот сейчас с натуральным деревом все это смотрится, на мой взгляд, замечательно. Постараюсь здесь руками ничего не трогать, просит, вот, не прикасаться, коронавирус, все дела. В общем, расскажу так, здесь отодвигается вот эта кровать еще приблизительно вот до сюда, и там получается двухспальная кровать. Забраться на нем можно вот по лестнике по этой. Здесь тоже трансформируется стол и делается полторашка такая, ну, либо одноместная взрослая кровать. Что по кухне, не помню, был ли вот такой вариант под гранит, но смотрится сейчас он просто шикарно, на мой взгляд. Раньше, по-моему, была просто серенькая столешница такая, и она была простая, деревянная, скорее всего. Теперь сделали искусственный камень. И, конечно, сразу ощущение от прикосновения уже совершенно другое к этому автомобилю, к этому интерьеру. Холодильничек небольшой, здесь есть шкафы для кухонных принадлежностей. Пожалуйста, вот такой интересный открытый шкафчик для специй, всяких баночек. Женщины любят, когда вот под рукой все это красиво висит. Ведь уже даже повесили крючки, повесили такие прихватки. В общем, классный, легкий автомобиль для России. К сожалению, стоит дороговато. Отчасти потому, что построен на базе Mercedes-Benz Sprinter. Ничего тут не поделаешь. Но такие вот цены, друзья. Небольшой, компактный, проходимый и, главное, легкий. Давайте заглянем теперь в туалетную комнату. Здесь нас ждет туалет. Био, конечно же. Умывальник и держатель для душа. Так что можно помыться, привести себя в порядок и дальше путешествовать. Ну, так вот, если для двоих, друзья, мне кажется, вариант просто идеальный. Есть проход в кабину через дверь. То есть остановились, если не погода, просто вышли из кабины и сразу в салон. Mercedes автомат. Ну, правда, поскромничали, поставили сюда простую мультимедиа, такую ненавороченную, маленький дисплей. Вот. Ну, тут можно все кастомизировать, друзья, под себя. Захотите получше сидушки, может быть, что-то из интеллектуальных помощников.
пожалуйста, заказывайте. Это всегда все исполняется легко и просто. И покажу вам еще нам здесь небольшие помещения. Также для хранения, кстати, подсвечиваются все, тоже, кстати, редкость, раньше была в бимобиле, неплохо это выглядит, здесь подсветки нет, но зато две полки. Вот такой, друзья, автомобиль, полный привод, Mercedes-Benz Sprinter, к сожалению, непонятно по поводу спальных мест, вернее, мест для движения, похоже, что... Автодом пока что только на двоих. Можно, наверное, постараться и заказать здесь дополнительные места для передвижения пассажиров. Но это уже, знаете, надо будет уточнять у дилера. Вот. Всем спасибо за просмотр. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием ответим. И по ссылке и в описании к видео вы узнаете подробно о характеристиках этого дома на колесах.